потерялся. В общем, народ, если что непонятно, объявился на сервере. Вот, кстати, видите, Мими, вот этот, вот его. Чуть дальше. Чучи. Ага, окей, Чучи это кто? В общем, видите, так, наверное, музыка громко работает. Так, всякая... в общем, появился на сервере мой заклятый хейтер, который больше... Это чё такое? Ну, чё за глупость, а? Ну, ёпарасоте. Он даже говорит нормальным языком. Что ж такое-то? В общем, Адзака опять валялся на острове с Карном. Но там валялся оглушенный. Отлично. Валялся на острове, у него на респере спавнилось много виверн и, ну, вот этих дудовых виверн, и он попросил меня, типа, убрать их, короче, ну и, собственно, я еще написал администратору, чтобы, если зайдет, успеет зайти, то его освободит. В общем, суть дела в чем? Пока я раскидывал вот этих дудовых виверн, вот это вот Мими, Момо, вот этот... дебил, по-русски говоря, поднимает меня и скидывает меня к острову. Ну, как бы не проблема, но бежать далеко, окей. Потом, собственно, он еще раз так же сделал. В общем, по большей части он мешал именно мне. Ой, не мне, а к синему обелиску. А я около какого? Я около синего, правильно. Ну, что такое? И был. В общем, по большей части он только больше Адзака именно мешал. Ну ты что, с Адзака они там друзья такие, прям не разлей вода. Там, блин, он что-то... Там, типа, против него ничего... Ага, понятно. Там уже бомбит во все. В общем, против него ничего не имеет и так далее. Но при этом всячески мешает. Мешает чем? Мешал тем, что я пытался... Ну, реально, я пытался Адзак, конечно, помочь. Но толк от этого был, конечно, ноль. Вот. Но мы немножечко подраскидали егошник виверны. У него этих додов виверн там сраного туча. Наверное, более 10 штук. А он их все, короче, за раз закинул. И они все за раз у него вылупились. И все. Ой-ой. Что это там? А, там голем ходит. Господи, там что за фигня? Вот. И, собственно, дело-то в чем? Дело в том, что он пару раз меня скидывал, все дела. Ну и тут, короче, меня Адзака подогнал Бронта на базу. Блин, пролаги это, конечно, просто жесть. Потому что я сейчас не перезапускаю. А, вон, нифига себе куда. Вот. Не перезапускаю. А, так вот где, блин, база-то. Куп. Такс. Твою мать, это что такое было? Мои металлические эти набабахнулись. Куп ломать, типа? Ну окей, давай. Да ладно, фигня сейчас тут, господи, куба от куба-то осталось там, фигня. В общем, дело-то в чем? Давай все это заберем, дело пригодится. Ой, а это он вообще, да? Да, это он. В общем, дело-то в чем? О, а нафига я стену-то бомблю? Я просто бомбил, короче. Ну ты что, все уже сломал, что ли? Ну, ё-моё, ну ладно, окей. Не проблема. Дай вот это добью. В натуре, дай хоть что-нибудь добью. В общем, дело-то в чем? Дело в том, что он мешал, как говорится, не только мне. Надо подождать, пока это все говно исчезнет. Так, что у нас 10 минут. 10 минут это долго. И давай попробуем взять все. Нет, не проканает, взять все. Я сразу же перерыв получил. Надо все это ждать, пока исчезнет. И чтобы этого ничего не было.
Ну, вот такие вот дела. В общем, дело-то в чем? Ну, я ж тут внутри. Вот, блин, это ты извращенец. А ты извращенец, пиротехник от Зака. Ну ладно, я только за, что он за меня. Давайте сначала объясню. В общем, он мешал, Адзака подогнал мне, вспомнил я хоть мысли свои. Адзака подогнал мне Бронта, и этот Бронта, короче, был с этим... там с ресами и так далее. В общем, чтобы я нормально уже на стриме все делал, все же так как положено. По сути, я должен был запустить стрим. Но стрим, как вы видите, я не запустил благодаря одному гению. Я, кстати, посмотрел по вот этому нику Мими столько всякого говна, что просто обздец. Вот. Сносить мы его сейчас будем под ноль, понятное дело, потому что нафиг он такой дебил нужен. Вот. Как получилось, что он онлайн находится, но он не... Но он ничего не может сделать. Он, получается, сейчас просто лежит на болотах. По крайней мере, как я Адзака говорил, да, то, что лучше всего сделать, он его должен был скинуть на болото. Вот. Ну, чтобы он это... Не мешал нам. То есть, оглушают его, ты валяешься, ничего не можешь сделать. Собственно, как Адзака и валялся. Адзака ничего не мог сделать, и... А благодаря вот этому вот трушмоткам тебя убить не могут. Ну вот, поэтому как бы... Такие вот дела. А там что за база-то? Стой! Окей. Блин. Ой, бегу, подожди. Бегу. Сейчас, погоди. А, ну надо сердца выкину нафиг. Я их набить могу с сраного тучи как. Да погнали. Куда? Туда! Это что, его еще одна база, что ли? Shadow Hunters. Ну, блинский. Так, еще раз покажу ник. Вот эту вот он, Shadow Hunters. Я, кстати, специально вывел, чтоб... А, это его ж не это. Ой, матерь божья, ты реально пиротехник какой-то. Не, я не спорю, я тоже обожаю взрывать, но я ж не настолько маньяк, как ты. Ну, топливо. А, нафига мне топливо? Господи, я жадный дебил, блин. Опять хватаю всякое говно. У меня полный инвентарь всякого дерьма теперь. Хотя гель-дельчик это хорошая штука. Такс. Да. Чтобы ему вообще ничего не было. Суть до дела в чем? В общем, мне Адзака подогнал Бронта. Тогда я с добавкой. Адзака подогнал Бронта. В Бронта он сложил металл, ресурсы, фотонные пушки, фотоновые блоки и так далее. Все это он туда подогнал. Ну и оставил в Бронта. На что, как бы, за что, конечно, ему огромное спасибо. И... А, он, смотрите, он ливнул. Он вышел. Видите, 53, а может быть, не вышел. Ну, не знаю, короче, под ноль. А, суть дела в чем? Я оставился в Бронта и пошел к Адзака на базу, чтобы дальше продолжить с этими, ну, возиться с этими, господи, как они, вивернами, додо-вивернами. На что он опять подлетел ко мне и опять меня поднял и утащил, о, граник сломался, притащил меня опять на базу к себе. Ну, а не на базу, господи, что я несу, все. Я не могу делать конструктив, когда я что-то ломаю. Прям, точнее, говорить конструктив. В общем, он... понятно. Он, получается, меня скинул под островом. Так, а здесь у нас что? А что у нас здесь? А давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Или здесь вскрыто? Не, смотри-ка, не вскрыто. Давай посмотрим, что у нас здесь. Он, получается... чувак, ты все увидишь на видео. Он, получается, просто пришел, подобрал меня, скинул под остров и опять-таки помешал делать то, что я делал. То есть попытки раскидать всех верно. Кстати, не делайте так, как делает Адзака. Он реально более 10 яиц закинул вот в такую же комнатушку. Там получается такая, ну, что-то типа такой же комнатушки, только без стен было. Вот. И он закинул.
их все. Они у него все дружно вылупились. Они дружно все застряли, и вывести их невозможно, не сломав абсолютно все эти постройки, типа кондиционеры и так далее. Вот, поэтому как бы не делайте так. Лучше не жадничайте. Либо территорию делайте побольше, либо этих, господи, гейз поменьше. Вот, собственно, некоторые виверны в итоге у него сдохли от голода, потому что я не успел вовремя все это сделать, кто-то от голода там начал подыхать и так далее. В общем, не суть дела в чем, суть дела в том, что несколько виверн все-таки померли, я не знаю из-за чего, но в общем там даже были показаны, типа, виверн, типа, додо виверна сдохли. Даже жуков убить не смог он. Даже интересно. Да пофиг. О, опаньки, нифига себе. Ну, собственно, это понятное дело, то, что он это будет пытаться что-то сделать. Ох ты, нифига себе. А, точно, это же лайтовая. Вот она, наш молниебег. А, вот это вот пламя, вот то, что мне нужно. Все, сдохло. В общем, получается, опять он мешал, опять он косячил и так далее. Один. Еще надо лететь уже туда. Потому что что-то здесь, короче, надо смотреть. Даже динозавров не убил. Ну да, реально, просто тупо по дому, видать, пальнул пару раз и хватит, называется. А что, он уже восстановился, что ли? Ничего понять не могу. А, вот, ворот он пробил уже, получается. И он пешком, что ли, прошел? Господи, днище конченое. Блинский, я застрял. Вот они, видите, вот они все стоят в куче. Несколько штук всего лишь осталось, прикиньте, всего лишь 5 штук. Ну, в основном они сдохли из-за того, что... Я дебил. Вот, в том плане, что... Тихо, жучок за мной. Вот, дело в том, что... Долго додумывались о том, как же, точнее додумывался о том, как их вытащить. И в итоге сломал кондиционер. Да, кстати, я сейчас, получается, так, куда пошел? Иди за мной. Вот. Так, ага, вот он фундамент. Окей. А, вот он через стенку пробился. Так, окей, ясненько. Вот он здесь стеночку пробился, все дела. Жучки, давай ко мне. Надо спасать жучков от Зака, потому что в натуре прям... Надо спасать. В общем, не знаю, в общем, народ, благодаря таким даунам нету стримов. Вот, еще раз повторюсь. Такс, все, тормозимся. Благодаря таким даунам нету стримов, и благодаря всему этому говну вы смотрите на дерьмовые видосики. Возможно, я сменю сервер, в том плане, что... Не в том плане, что сервер говно, все дела, а в том плане, что... тяжело. А, вот еще ракеты есть. Тяжело так играть, когда... тебе может просто прийти какой-то дебил и порушить все твои планы. И это, конечно, не есть гуд, так как так надо что-то состряпать уже. Я страдаю сейчас какой-то фигней, хиней. Надо срочно что-то сделать и вернуться обратно, и все ему там чертям до конца разнести. Фу, в общем, все, восстановили дом, спасли ресурсы. Отлично. В общем, это оказывается просто тупый дебил, который посмотрел стрим, и он посчитал, что он имеет право рейдить кого хочет.
хочет, и все. И вот его фраза: я могу убить всех ваших животных. То есть, ему тупо плевать, он может хоть делать, что хочет. Что означает, надо искать его дома и реально сносить его под ноль. Так как это просто нереальное чмо, которое недостоин жить, можно так сказать, на этом сервере. Потому что просто тупо, какое ты имеешь право брать и... А, ну да, я же не могу здесь сломать ничего и трить мадрить. Такс, я же не админ. Женя. Такс, отлично. Он что, сюда уже подходит? Кстати, оказывается, нуклеар-ракеты, они не это... Не богат, но они бабахают... не бабахают постройки выше деревянных. Вот такой вот поворот событий дня, оказывается. Вот, а я даже и не знал этого. Ну, зато благодаря Адзака я это узнал. О, теперь могу. Отлично, пойду я ему доделаю дом. В общем, как вы видите... Да, хейтер, он мне сломал мой каменный домик, бедняга. Мне знаете, больше что жалко? Мне жалко того бронта, который мне дал Адзака. Моську. Моську он убил, да? Он убил Моську и... За что, собственно, поплатился в большей части. Он убил моську, он убил неудачного воришку, и в этом плане он больше, в большей степени меня взбесил. Он убил Бронта, которого, собственно, после чего я захотел его убить, когда он убил Бронта, который мне подарил Адзака. Это меня больше, даже больше расстроило. То есть, ну, именно убийство динозавров меня больше всего расстроило. На что, собственно, и стоило сразу же ответить ему. Так, давайте посмотрим стеночки. Стеночки надо чинить. Вот, поэтому как бы я сейчас вот просто... Да, я бегаю по базе Адзака и чиню ему базу. Потому что, собственно, он пострадал по большей части из-за меня. Что означает, нужно все это дело чинить и ремонтировать. Вот, судя по тому, что он делает, это просто дегенерат, алкоголичка, который просто нажрался, по крайней мере, по поведению, знаешь, так делают, короче, пьяные люди, там, нажрутся, давай там да правду свою втирать, и за что нечасто просто получает в жбан. Данный человек тоже получил жбан, да, не чисто моими руками, да, не споры, как бы я попросил Адзаку, ну уж извините, у меня каменная постройка, а он меня на Мантикоре возил. Как я ему в жбан ударю? Ну, это точно так же, как пытаться валу ему ударить по голове и говорить то, что я типа что-то смогу. Вот, на что я попросил Адзака, потому что я ему так сказал, короче, тупо выбирай, либо ты дальше общаешься с ним, либо это... Мы его, короче, просто тупо сносим, потому что другого варианта нету, и общаться с ним и так далее, потому что до этого они, он говорит, общались нормально, нормальный человек, как бы был, даже и не подумаешь, что он такой дебил. Вот, ну, собственно, этот человек, благодаря которому вы сегодня не видите стрим, я стрим запускать не буду, потому что... Я хотел запустить стрим, думаю, вместе с вами побегаю, попрыгаю, грубо говоря, там, попытаюсь попритомить этих... Летунов, помните, да, в последней серии я говорил то, что вот на стриме притомлю, короче. Ну, как видите, не получилось. Не получилось именно за этого дебила, потому что я потратил... сколько? А, не так уж и много времени потратил, но просто уже настроения нету что-либо делать. Вспомнил, где я оставил. Немного... Чего? Немного... Так. Ну ладно, в общем, все. Это такой маленький отчет, из-за чего вы не видите стрима. Это, собственно, да, возможно, я поменяю сервер именно из-за того, чтобы вот так вот и не тратить весь день. Я реально просто, можно так сказать, потратил весь день вместо того, чтобы снимать для вас стримчик и отдохнуть и снимать для вас стримчик. Я устал и вечером буду отдыхать вместо того, чтобы снимать стримчик. Вот, в общем, все. Такой вот маленький отчет я вам сделал, показал, что происходит с хейтерами, когда я играю на PvP-серверах. Именно поэтому я и говорил... Поймал его. В общем,
Именно поэтому я и говорил то, что мне нужна будет ваша помощь. На данный момент пришел пока что только Адзака помогать. И хорошо, что он есть на этом сервере. И он был онлайн. И, ну, собственно, если бы я бы ему не пошел помогать, конечно, возможно, я бы с этим дебилом не столкнулся. А возможно, он бы прилетел ко мне на базу. Но все равно бы так и так. Судьба у него была одна. Он бы сдох. Просто, как вариант, я бы подольше бы потратил бы времени на сбор ресурсов и так далее, чтобы его можно было бомбануть. А взорвал бы я бы его 100%. Есть способы, как можно взорвать даже в офлайне. Вот, такие вот дела. Ну как в офлайне? Ну, в общем, есть способы. Если честно, болото отправлю. Вот, в общем, вот так вот с хейтерами и нужно делать. Самое главное, не бояться и идти до конца. Спасибо еще раз от Зака за то, что он, несмотря ни на что, несмотря на то, что ни на что, все, что сказано мною, это он все еще, так сказать, не только общается, но и играет со мной. Кстати, я его добавил в Стиме. Я сижу, думаю, блин, в натуре реально можно в Стиме добавить. Почему? Добавь меня в Стиме. Также можно общаться. Зачем нафиг это ВК, ВК? В Стиме же можно общаться. Кстати, также добавляйте меня в Стиме, ВК, если хотите общаться, как бы не проблемы, я не против в этом плане. Вот. Я общаюсь с людьми. Ну, если вы пишете просто тупо каждый день привет, то, понятное дело, я с вами не общаюсь. Ну, я отвечаю поначалу, привет, все дела, и хорошо. Вот. Ну, это как бы все, что я... Потом я даже перестаю на это приветствие отвечать, потому что как бы, ну, это просто трата времени. Вот, ну, если вы хотите, я с вами общаюсь, это не проблема. Господи. В общем, все, на этом все. Вот так вот, такие вот люди бывают. Да, получилась серия сумбурная, больше пробегал, проговорил и прорассказывал что-то когда где. Ну, надеюсь, вы поймете. Завтра выйдет как вариант серии. Я буду... Я сейчас отдохну, наверное, пойду снимать серию о том, как я буду томить летунов. Кстати, всем спасибо, всем спасибо, кто подсказал мне, что зеленая бутылка, это, короче, получается и голод, и оглушение. Это просто как банка в Анунаки работает, зеленая бутыль. Огромное вам спасибо. Кстати, я, собственно, и начал-то с того, что я пошел набивать токсик, это все лажу. Кстати, у меня бронь я потерял всю. Ну, это все, что было у Адзака на базе, я нахапал. Бронь, короче, потерял там, потерял инструменты и так далее. Но это все фигня. В общем, спасибо огромное, кто писал в комментариях. Я, честно, я не допетрил о том, что она может еще и голод вызывать, как в Анунаке. Вот, такие вот дела. В общем, все, на этом все. Завтра выйдет штатная серия. Либо я завтра запущу стрим и выпущу серию. Может, просто стрим запущу. В общем, завтра будет видно. Будет день и будет пища, как говорится. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Пишите свое мнение о том, правильно ли мы поступили с хейтером или же нет. Как бы вы поступили с хейтером и насколько вас бесят все хейтеры на свете. Все это дело пишите в комментариях, я прочитаю. И даже если будут комментарии с матами, но по делу, я, пожалуй, дело их оставлю. Вот так, ради исключения. Настроение у меня такое хорошее. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра.